из-за чего просыпаюсь ночью ближе к утру несколько раз. Может быть, София, ты ответишь на этот вопрос. Ну, сегодня у меня была пациентка на приеме, которая имеет некоторые иногда сложности с засыпанием и просыпается несколько раз за ночь. Она показывала данные своего трекера. То есть реально через полосицы до 8 раз за ночь человек может пробуждаться и потом с трудом засыпать. И в том случае мы сошлись во мнении, что помимо того, что присутствовало там конкретно там депрессивное расстройство, я тут на него не намекаю, присутствовало и, ну, скажем так, типичные ошибки поведения при бессоннице. Когда человек плохо спит, что он хочет? Он хочет лучше чувствовать себя в ближайший день и лучше спать в ближайшую ночь. И поэтому он пытается тут же принять какие-то меры, чтобы спать лучше. И там было пребывание в постели до 11 часов, если вкратце. А наш сон, если у нас потребность во сне 8 часов, но мы систематически начнем спать 10-11, то он не сможет наполнить вот этой вот полноценной освежающей силой энергетный сон все эти 11 часов. Сон будет растягиваться, он будет дробиться, он будет более поверхностным, будут проблемы засыпания, ночные пробуждения. То есть это тоже вполне себе возможная причина. Но кроме этого, есть множество и других причин ночных пробуждений. В частности, депрессивное расстройство, о котором я упомянула. Это, как правило, фиксировано ранние пробуждения. Обычно человек, как лампочка, включается в состоянии полного бодрствования, поток негативных мыслей, заснуть не может. Или если удастся заснуть, то уже сон не сон, такой поверхностный, непонятный, каждую минуту прерываемый. Бывают проблемы внутри сна. Например, те же остановки дыхания во сне. Одно из сна человек может просыпаться от того, что он задыхается, и сам даже этого не вполне понимать. У нас такие пациенты были. Есть патология щитовидной железы. Очень частая штука, которая часто к тому же протекает скрыто некоторое время. А между прочим, и избыток, и недостаток гормонов щитовидной железы, он может способствовать нарушениям сна. То есть причин может быть туча, условно говоря. И самое первое, что нужно сделать перед лечением любой бессонницы, это выяснить причину. Иногда она лежит на поверхности и для самого человека абсолютно очевидно. Иногда нужно провести обследование, обратиться к сомнологу, чтобы тот выстроил список нужных обследований. Не надо сдавать все анализы подряд, тратить на них все свое состояние, то есть чтобы рационально распознать свою причину. Коротко можно сказать, что это очень много причин вызывает пробуждение среди ночи и раннее пробуждение. И, в общем-то, если эта ситуация больше 3 месяцев, то есть это хроническая ситуация, то, как правило, значит, какие-то причины действуют, и они не пройдут. И в этой ситуации нужно все-таки обращаться к специалисту, проводить соответствующую консультацию и обследование, уточнять причины и воздействовать на них.